Всем привет! В рамках ненастоящего телевидения решили запилить небольшой видеообзорчик на тему предстоящих событий в рамках российского БЖЖ-сообщества. Надо сказать, в интересное время живем. Мир БЖЖ настолько насыщен сейчас различными событиями, что даже наша редакция вынуждена на некоторое время откладывать свои собственные проекты. Начнем в хронологическом порядке. Я разминаю уши перед выходом на рубеж. Хотя, чё это я? Я же не спортсмен. Уже в эту субботу пройдет второй турнир серии «Рубеж 700». Ну, второй, потому что первый уже состоялся и достаточно неплохо себя показал. А 700, потому что взнос всего 700 рублей. Но вы понимаете, то есть не майка за 6000 рублей, а опыт и возможность выиграть главные призы, вложив меньше штуки. Как вы помните, в синих поясах разыгрывается путевка на UAEGGF. В общем, на чемпионат Евроконтиненталь Про, который пройдет в Москве в начале следующего года. А белые пояса борются за медали. За медали и за суперпризы, за суперценные призы от BGG Freaks. Кстати, до окончания регистрации всего сутки. К несчастью, есть небольшая нехватка среди легковесов и тяжеловесов. А теоретически, конечно, можно придумать оправдание тем и другим. Легковесы традиционно пугаются, что им ничего не светит, а тяжеловесы привыкли побеждать легковесов, а не себе подобных. Но будем надеяться на лучшее. Женская категория синих, похоже, так и не состоится. Это проблема. Женщины, очевидно, поддались таки на призывы варить борщи, вязать носки и время от времени постить селфи-ги в Инстаграм. Но надежда умирает последней. А вместе с ней и Людмила, Наталья, Зульфия, Зухра, Юльчатай. С 21 по 25 ноября. Все желающие могут выйти из так называемой своей зоны комфорта, из зоны своего клуба и своего стиля борьбы. В клуб Айвонс приезжает Родриго Тейшейра и в течение 5 дней будет проводить по 2 тренировки в день. Утром и вечером. Ну, как утром? По московским меркам это утро. Здесь особенно радует стоимость. 300 за утреннюю тренировку, 500 рублей за вечернюю. Джиу-джитсу должно быть доступным, ну, нам так кажется. Вся информация на экране и у нас в группе. 25 числа. Еще одно мега-событие. Благотворительный семинар, который проведут сразу... 4 черных пояса. Все они нам достаточно известны, и у каждого из них есть чему поучиться. Это Даут Адаев, лидер команды Адаев Тим, Чекмат Москов. Михаил Погодин, глава клуба 22 Fight Club, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Николай Чучкалов, также черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И руководитель команды Icon Russia Крионче. И наш давний приятель Рафаэль Дос Сантос Силва, который в свое время приехал из Бразилии, где много-много диких обезьян, и осел на территории Российской Федерации. Важно отметить, что мероприятие благотворительное, то есть у него нет назначенной стоимости. Каждый пришедший может пожертвовать приемлемую для него сумму. Средства пойдут молодой маме со страшным диагнозом. Катюша, так ее зовут, нуждается в помощи, и каждый из нас вполне может внести свой посильный вклад. Фриксы со своей стороны тоже не остаются в стороне. Мы планируем снять весь этот семинар и в смонтированном готовом видео-варианте выложить в разделе «Товары» в нашей группе. Все собранные средства также в формате «Кто сколько может» пойдут в общий благотворительный котел. Параллельно с этими реальными событиями в интернете мы наконец-то определим победителя в номинации «Лучший сабмишн» по итогам «Ноу-гит-реала». Приз, как вы помните, предоставляет магазин стильной экипировки Out in Style. Вот маечку я именно у них выклинчил. Итак, продолжим. 25 ноября заканчивается льготная, недорогая, выгодная регистрация на чемпионат мира ACB JJ Worlds No Gi. Пока можно вписать
свое имя в историю российского джиу-джитсу всего за 80 баксов, если вы уже взрослый человек, и за 40 долларов, если вы еще не вышли из детского возраста. Если алкоголь и сигареты вам еще не продают. С 25 ноября уже придется выложить соточку баксов. Так что думайте быстрее и быстрее принимайте решение. Экономьте и побеждайте. Турнир, напомню, пройдет 6 и 7 декабря. 8 и 10 декабря мы снова будем повышать уровень своего джиу-джитсу на практических занятиях в рамках BJF Smart Seminar вместе с нашим давнишним приятелем Адамом Варжински, который в данный момент, как известно, находится в первой строчке в рейтинге черных поясов Арабской Федерации бразильского джиу-джитсу. 8 и 10 декабря. Два занятия с Адамом Варжинским в формате ноу-ги. Дополнительная информация еще последует в нашей группе. Ну и очень громкое событие, запланированное на 9 декабря текущего года. ACBJJ9 World Grand Prix. 16 мегазвезд приезжают в Москву для того, чтобы рубануться за чемпионский пояс лиги ACBJJ. Это событие просто грешно пропустить. Надо сказать, что билеты на данное мероприятие уже в продаже, и продаются они по какой-то невероятно низкой стоимости. От 200 до 3500 рублей. Причем за 3500 вы можете даже рукой до татами дотянуться. А за 200 рублей просто отлично все видеть, слышать и, возможно, даже улавливать запахи всего происходящего на татами. Вот, собственно, коротко о том, что ожидает нас в самое ближайшее время. Будьте с нами, будьте в курсе, живите в тусовке, будьте в теме. Bye-bye. Ну, в смысле, вечер. Спать скоро.